Добрый день, с вами Лина Стрэндж. Сегодня мы с вами будем делать французский маникюр с кружевом. Идея так сама по себе пришла. Использовать будем две пластиночки. Сейчас расскажу, что использовала для нанесения гель-лака. Ну, соответственно, базу. Сейчас это у меня Близ. Кучу-кую базу. Очень ей довольна. Гель-лак Синди Сье, цвет 22. Я ссылочку на него оставлю. Красивый цвет. Он перламутровый. Прекрасно лег в два слоя. То будем использовать тоже Близ, но это чуть позже. Сейчас смотрите. Я использовала для этого маникюра две пластиночки. Начнем с пластиночки Хелен. Это 04. Здесь вот такая парижская тема. Нам нужно вот это вот кружево. Соответственно, протираю рисунок. Лак для стемпинга, который будем использовать, это Николь Дарья белый. А бонбрити, кстати, такой же белый цвет. У кого нет Николь Дарья, берите смело бонбрити. Он абсолютно такой же, ничего там другого нет. И смотрите, что будем делать. Штампик прозрачный от Бонбрити. Кружево наше. И наносим его на ноготок. Все. И вот так по кругу мы сейчас все кружево будем с вами. Сначала мы наносим кружево, а потом, соответственно, будем наносить уже нашу улыбку. Очень пигментированный лак для стемпинга. Нужно прям постараться его смыть. По крайней мере, из рисунка. И по поводу работы с Николь Дарри. Если вы нанесете прям тонким-тонким слоем, он очень быстро у вас высохнет. Поэтому наносите его потолще, тогда нормально все будет. Маникюрчик, конечно, поближе сниму. В конце видео вам покажу все. Вот кто любит французский маникюр, но не умеет рисовать линию улыбки, прям это самый хороший вариант. Мне нравится французский маникюр. Ну, линию улыбки я рисовала очень-очень давно, когда пользовалась обычными лаками. Сейчас уже давно не рисовала. Ну, а после знакомства со стемпингом вообще в этом смысла не вижу. Так. Главное, чтобы у вас рисунок забился. Вот эти вот пластиночки Хелен, они стоят в районе 40 рублей, 45 что ли. Там интересные рисунки, у меня таких, по-моему, 3 или 4 пластинки. У меня и обзор на эти пластинки есть. Кому интересно, там пройдите плейлист, посмотрите. Но гравировка, вот, по крайней мере, те пластины, которые у меня, она не везде одинаковая. Даже вот этот вот рисунок вот на этой пластинке. Вот этот рисунок хуже всего, где Париж пропечатывается. Смотрите, что выходит. Сейчас этот еще сделаем ноготочек. И начнем делать с вами нашу улыбку. Но вот рисунки у Хелен, конечно, да, они потрясающие.
Там очень интересно, там есть выбор хороший. Я вам оставлю ссылку вот на эту пластиночку, там пройдете, посмотрите все пластинки. Ну все, смотрите, сделали нашу сеточку. Она аккуратненькая. Ее очень хорошо видно. Посмотрите. Видно ее вообще отлично, эту сеточку. У нас был с вами маникюр с сеточками уже. В одном маникюре она практически была незаметна. В другом такая более явная. А это прям очень нежная. Ну и эта пластинка C. А размер XXL, которая большая, это пластиночку я вот эту заказывала не у продавца КАЦ официального, а у другого продавца. Ну, у КАЦ они есть, и я оставлю ссылку на продавца КАЦ, он прекрасно работает. Так, смотрите, рисунок будем использовать этот. На эту руку я использовала вот этот рисунок, на эту будем использовать в другую сторону. И чтобы поменьше было нам очищать, то есть верхушку, чтобы вот этот рисунок не попадал, сейчас покажу, как лучше всего наносить. Надо для стемпинга убирать. Убирайте вот в эту сторону, допустим. И тогда все будет нормально. Вот. И, соответственно, делаем нашу линию. Смотрите, я специально делаю повыше. Можно сделать пониже. Я еще не знаю, правда, сколько эти ногти буду носить. Вы же знаете, что я люблю переделывать маникюры. Но когда улыбку делаете повыше, то вы спокойно при отрастании ногтя, у вас это еще будет красивее маникюр смотреться. У меня подружка, она, правда, рисует эти улыбки. Нет пластиночки с французским маникюром. Она как-то недель 5 проходила с французским маникюром. Ну, потому что ногти отросли, а там видно не было, в принципе. И то есть вы спокойно можете вполне проходить с этим маникюром подольше. Просто хорошо там запечатать край, покрыть там двумя слоями топа, потому что у нас все-таки достаточно тут лака для стемпинга, двойной слой, чтобы просто лучше сохранился, например. Видите, насколько пигментирован лак для стемпинга? Пластина, конечно, шикарная. Вот пластина С. У меня еще у меня пластинки там есть. Они, конечно, потрясающего качества. Можно кучу маникюров с ними делать. И я планирую эту кучу маникюров сделать вместе с вами. Смотрите, какая красота выходит. Во-первых, это нежно. Очень нежно смотрится. Во-вторых, это смотрится как-то очень утонченное, ажурное. Я очень довольна вот прям этой идеей. Надо будет как-нибудь попробовать, может быть, какое-нибудь другое кружево. У меня очень много пластин с кружевом. Майор Диджитал очень много кружевных пластин. И они у меня есть. Смотрите. Вот когда
лак для стемпинга вот таким образом цепляется. Я обычно провожу апельсиновой палочкой. И нормально все. И топ проще покрывается. Вот такую пластиночку однозначно советую. Не обязательно прям вот С. Возьмите любую, которая вам там понравится. Их там много у продавца. Там есть небольшие ноготочки. И наоборот, она очень длинная. Там сами пластины по рисунку, по размеру отличаются. Прям однозначно советую. Видите, вот попал здесь, прикладываете, убираете, и отлично все. Все. Смотрите, маникюр сделали быстро, вообще быстро. Он простой, но выполняется, вернее, он и простой, и изящный одновременно, и кажется очень-очень сложным, но выполняется вообще моментально. Протру пластиночку и, соответственно, я уберу. Так, дочищу попозже до конца. Убираю все лишнее. Ссылки на все материалы, которые я буду использовать в данном маникюре, я оставлю под видео обязательно. Так, теперь что нам нужно последнее сделать? Ну, собственно, нанести топ и убрать всю грязь. Все. Топ я буду наносить два слоя. Во-первых, у меня ногти без укрепления. Близ буду использовать. Когда у меня ногти с укреплением, я обычно наношу один слой. И если, например, стемпинг не супер там, ну, не то что сложное, если мало слоев стемпинга, тогда один слой. И если получается вот как сейчас, да, наложение одного слоя стемпинга на другой, лучше два. Причем, когда топом покрываешь, ей лак очень нежный становится. То есть он без топа смотрелся прям такой яркий, а сейчас проявляется весь его перламутровый эффект. И смотрится, конечно, потрясающе. Как-нибудь сделаем с вами просто классический маникюр. Я думаю, французский. Ну, попробуем, по крайней мере. Я не очень люблю классический маникюр французский. Я даже когда лаками пользовалась, обычным красила, у меня всегда французский маникюр был там красного, например, цвета. Продлинили улыбки рисовала сама там кисточкой. Причем от лака кисточкой. Вот, но просто обычный французский маникюр, он красиво смотрится. Но мне хочется что-то такое интересное сделать, вам показать что-то интересное. И самой походить с таким маникюром. Вот это вот потрясающе, конечно. Я тут испачкалась. Лак для стемпинга. Но сейчас все буду вытирать. Белый лак, конечно, от Николь Дарри, он очень пигментированный. Но такой же на самом деле и у Бон Бритти. Абсолютно. У Пин Пай я знаю, что для стемпинга не очень. Лула. Честно, я даже не помню, заказала я белый, нет. Наверное, заказывала. Ну вот, они мне все идут. Мне еще не пришли никак. Я очень вам хочу показать Лула и самой посмотреть, потому что там заказала 12 цветов. Там различные оттенки брала. Потому что шиммерная Лула мне очень понравились. Хочется матовую посмотреть. Мондо де Унос в Москве. Но пока еще не у меня. Но, по крайней мере, показывают ожидание посылки. Прибытие там 2 или 6 июня.
Но я очень надеюсь, что оно все-таки придет. У нас, вы знаете же, да, как Почта России работает. Показывать может одно, а на самом деле другое, к сожалению. Смотрите, я сейчас без вас покрою вторым слоем все это. И к вам вернусь, уже будем смывать всю эту грязь. Ну что, я все просушила. Теперь будем снимать аккуратненько грязь. Начнем, наверное, даже больше вот с этой руки, потому что пока я вытирала лак для стемпинга, у меня вся прям рука белила мне кульдария. Прям белила. Вот белая не кульдария, это белила. С одной стороны, это, конечно, замечательно, когда у пигментации у гель-лака, у лака, вернее, для стемпинга на уровне носа. Но когда вы начинаете это все снимать, воодушевление и вся радость ваша проходит. Меня всегда поражали видео, где так легко прям показывали, как снимается лак для стемпинга. Ну не так это, господи, не так, нелегко это снимается. Я вот снимаю сейчас жидкость, которая для снятия гель-лака и шеллака. И все равно все размазывается, все очень так замечательно у нас. Сейчас основную попробую грязь хотя бы убрать, потому что ну очень пигментированная. Причем пока убираешь одну, мажется остатками другая. Ну почти уже все. Ну еще раз пройду обезжириватель хотя бы. Конечно, после такого количества жидкости лучше всего это крем или масло. Я сейчас кремом воспользуюсь. У меня такой, например, есть. Как вариант. У меня их несколько, но вот под рукой стоит этот. Зато ручки прям сразу себя ощущают по-новому. Ну что, мы с вами закончились. Вот такая у нас красота получилась. Я сейчас поближе прям камеру настрою и все вам покажу. Ну что, я надеюсь, мое видео для вас было полезным и интересным. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Обязательно комментируйте мои видео, для меня это очень важно. До новых встреч!